Ведь это удобно, не надо ничего сверлить. Не надо ничего сверлить, никакой коловорот не нужен. Просто идешь вот так вдоль трещины и рыбачишь. Не знаю, что так можно поймать. Что там можно поймать, наверное? Или это небезопасно? Ну, вроде вот мы сидим, никакой опасности я не вижу. Не, у меня столько терпения не хватит.